За кандидатуру нового прокурора депутаты губернской думы проголосовали единогласно. Константин Букреев, государственный советник второго класса в органах прокурорской службы, работает с 2000 года. Важно сказать, что сейчас прошел только первый этап назначения, дальше следует процедура согласования. Константин Букреев сейчас поделился с журналистами основными планами работы в Самарской области. В случае назначения упор мной будет сделан на борьбу с коррупцией. Это вопросы эффективности, законности расходования бюджетных средств. Также это координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, профилактике преступлений, в том числе совершенных в общественных местах. Это вопросы безопасности граждан в регионе. Работу наших коллег в Самарской области я хорошо знаю. Значит, прокуратура достаточно сильная. Значит, обстановка непростая, в общем-то, как и везде. Есть проблемы, есть и результаты, есть и, так скажем, резервы серьезные. О чем вот сейчас и сказал Константин Николаевич. Это обычная ротация, это не какая-то, так скажем, экстренная замена. Ни один закон не принимается без заключения, без проработки его с прокуратурой области. И у нас, более того, выстроились конструктивные отношения в части непосредственного участия прокуратуры Самарской области в законотворческом процессе. Скажем, вот за последние, скажем, 3 года у нас порядка 13 законодательных инициатив были напрямую направлены к нам от прокуратуры области. Думаю, что эти все конструктивные отношения, они, безусловно, будут продолжены. Напомню, действующий прокурор Самарской области Мурат Кабалоев сейчас находится в отпуске до 9 августа. Точная дата назначения нового прокурора пока неизвестна.